В очередной раз пожар унес жизнь человека и нанес значительный материальный ущерб имуществу. И если второе поправимо, как говорят, дело наживное, то гибель пожилой женщины с инвалидностью – настоящая трагедия. Пожар произошел в минувшее воскресенье утром в доме по улице Строителей в селе Курьи, когда никто не ждал беды. Очевидцы позвонили на пункт диспетчера 117-й пожарной части 59-го отряда Федеральной пожарной службы и сообщили, что стреляет шифер на крыше двухквартирного жилого дома. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили, что происходит открытое горение двух комнат и коридора в квартире, где проживает пожилая женщина. Владелица квартиры – инвалид второй группы, 1964 года рождения. Последнее время жила одна. Время от времени ее навещали дети. Женщина испытывала трудности с передвижением по квартире, поэтому часто курила в кровати. Как установила доследственная проверка, очагом возгорания стала кровать, на которой лежала женщина. К сожалению, владелица квартиры погибла.